Сейчас. В 15:00 по Москве мы находимся в Тюмени. Сними меня. Я короче, что-нибудь. Я в тот раз не сказал, и это... Хотел... Меня видно? Я это... В Омске записывал видео, но не получилось там в телефон его выложить. Пытаюсь. О, кто-то звонит. Или что, просто вообще не... Вот. Мы сейчас в Тюмени находимся. Тут холодно. 15 по Москве, а разница какая там? 2 часа, да, с Москвы. Ну, значит, получается... 15, да? 17, что 5 часов по Тюменскому. В Омске было 0 градусов, а вот в Тюмень мы приехали. Уже тут минус 19. Там был снег, здесь ясная погода. Небо еще не звездное, ясно. Закат такой был красивый. В общем, что, я это хотел. Передать привет, ребят, привет. Вот, мы уже на полпути к Санкт-Петербургу. Сейчас, может быть, даже получится выложить вам это. Передаю привет всей группе Дырокол. Вова, Серх, Тимурка, Марьяшка. Все, кто приезжал. Родители Кати. Ну, все, кто поддержал. Серега, привет. Кто нас довез. Вот. Мы на полпути в Санкт-Петербургу. Все, радостнее, радостнее становимся. Правда, тут холодно. Ну и привет всем, кто нас там ждет сейчас. Сестра, Таня, привет. Ну и все друзья, которые нас ждут там. Вот. Вот так вот. Давай.